конечно, тяжело, знаю, как Ростов играет в обороне, меня всех пропустили в премьер-лиге. Вот, предупреждали ребят перед игрой, что Ростов первые 15 минут играет активно. Этот гол так много поменял в игре. Вот, и второй как бы гол пропустили в раздевалку. Конечно, тяжело начинать второй там при счете 0-2. Но хотя ребята собрались в перерыве, агрессивно стали играть в атаке, забили гол, но вот оказалось мало.